У меня есть дробовик, если чё. Но, чё блин, что проводится там? Да не надо никакую дробовику. А, ты в смысле... Вы хотя бы там этот, за забор заведите, ты спрячься. Да до хрена. Да ты чё, правда, что ли? Чё, мне хана. Еще один удар, и мне хана. Так, вот вижу еще одного вышедшего. Это кто? Это я бегу. Кто с фонариком бежит на меня? С фонариком бегу. Я. Вот ты! Давайте уходим из города, что ли? Ой, за мной толпа. Я сдох. Отлично. Спасибо. Короче, я бегу в лес. Беги в лес. Кто и видит чувака с дробовиком спиной, бегите. Это я. А, тут еще кто-то бежит. Это на меня. Я бегу. Это ты, все, окей. Кто меня фонарем светит? Не надо. Я. У меня истерика начинается. Все, валим. Спешек. Видишь, сколько зомби? А, все, нет уже. Кто-то там в левый город повел. Смотри, что у меня есть. Да нет, они около дерева стали, там круто. Не знаю, за мной толпа бежит до сих пор. Их штук 5. Я сейчас, наверное, следуем. Дай еду мне. Мальчик, шляпе. Сейчас. Спасите ирокеза. Сейчас спасем. Так. Так, еда. Ит. У меня есть 8 патронов на дробовике. Это замечательно, мне так прибавило. Где-то, наверное, там. Я умер, короче, мой ирокез устал, и меня зажали. Блин, то же самое. Че? Надо гораздо. Артур, пошли назад, вон там проверим. Ангарчик. Зомби такие. Еще одного убили. Пойдем бухать, пацаны. Твою мать, Гин! Это ты все еще бегаешь, да, один от них? Да, они умерли оба. А, это кто тогда бегает? Джек Шепард, тебя сейчас сбоку харчат. Не знаю, меня съели. Погоди сюда, на. Приховать надо. Джек Шепард, успокойся. Че они делают? Давай без истерик. Ой, а где это? А, где это я? Прикольно. Чёрти где? Чёрти где? У чёрта на рогах. А, понятно. Да, меня из игры выкинуло. Отлично. Ну, тоже круто по-своему. Так, кстати, тот дяденька к нам бежит. Осторожно. Да? Угу. Я думаю, имеет смысл в деревню валить. У него с собой бинокль, поэтому... Да, уходим, давай уходим, он нас сейчас к нам приведет их. Хорошо, вон там дом, вот в этом доме я и нашел свою берету, кстати говоря. Приятного аппетита. Хватит светить на меня. А кто ест? Не знаю. Отлично. У тебя в рюкзаке еда была. Ну я ее съел, я тебе говорю, она прибавила мне там зомби. Зомби. Человек. Человек, да. Друг. А зомби. Ты, кстати, рюкзак-то нужен получше. Че ты всех зомби бьешь? Че с ними делать? Не бить. Мне всегда все нужно получше. Только у меня опять дикий голод. У тебя есть еще еда? У меня есть еще много еды. Дай мне много еды. Держи много еды. Угу. Еще. Дал мне какой-то гранулабар. Да какого хрена, ё-моё. Приятного аппетита. Опять тут треснуло. Спасибо. Да, приятного. Я, кстати, не могу зайти теперь под этим персонажем. Ну, потому что он умер. Тебе надо его удалить. Час откат. Да, удаляешь, отдаешь нового. Можешь с тем же самым именем. Нет, не получится. Мы все-таки туда идем, да? С тем же самым именем, да? Да, сейчас получается. Отлично. Давай включи ты свой фонарь. Да выключил я, что успокойся. Я им бью зомби по голове. Давайте молоток дома. О, у тебя есть молоток. Ой, идут опять. Ну давай молотком долби его. Может, буду я его долбить. Зачем его долбить? Я уже третьего создаю, потому что меня вкидает на другой конец карты. Окей. Тут дом какой-то разрушен. В нем есть еда. Чипсы. Здесь вот есть сердце. Вода. И еда. И антибиотики. Ой, меня сразу долбануло чуть-чуть. Ты хоть в нужном месте появился, Тём? Mm-mm. Отлично. Я говорю, я уже третьего создаю, хмыря. И он на другом конце карты появляется, скотина такая.
Не везет. В первый раз нормально такое зло. Маскарад устроили только зомби. Да, ну... да, как там. Надо было где-то встретиться. Не знаю, у меня с Дейзи привычка место, от зомби бегать больше, чем убивать. Че на них патрон тратить? А сейчас я смотрю, они тут догоняют тебя. Ну да, устаешь, все дела. Так, ну уже лучше. Уже блин, Юго-Восток, тоже задница. Так, вы в том же городе до сих пор? Да-да-да, мы рядом с ним. Вот самоубийца. Да не, нормально, за Артуром всего 4 зомби. Всего, понятно. Тогда бегу к вам. Че, мы к вертолету идем или как? Да. Погнали, иди. А вон ты. Тут их тоже нужно собирать. Вон слева от нас там. Демонтировать. Ну, или пока нет этой возможности. А, нету, да. И она появится позже в патчах. Сейчас они просто раздолбанные стоят и все. Ага. У тебя есть стамина? У меня есть стамина. Сейчас убежать. Давай убежим. Ты за мной бежишь вообще? Я впереди бегу. А что ты впереди бежишь? Ты знаешь, где вертолет? Ну, я примерно понимаю, куда бежать. А, я же тебе сказал, блин, так хотелось быть крутым, блин, проводником. Нет, тебе эта шляпа не идет. Ты мне как, я не знаю, какой-то. А я же не вижу, я так со спины смотрю. Педик, короче, педик. Кто-то вообще в этом бегал. В Акасе. Кто об этом? Нефтянин. Брови, что ли, выщипало, да? Так, я, кстати, заблудился. Давай я тебе шляпу отдам. Мне надо мне шляпу. У меня есть ирокез, а тебе холодно. Так, ага. Я подхожу. Какие-то тут дачный поселок какой-то. Ага. Это нормально. Сейчас мы туда придем, кстати, к этому поселку. А оно нам надо? Да. Что надо? Потому что, ну, сюда идти. А мы через него сейчас пойдем к вертолету. Так, ну, когда будете в нем. Так, Джек Шепард. Мой отлично. Я опять. Джек Шепард, вернись. Че тебе надо? Да, возьми. О, ура, Хаммер. 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 Так, да, куда мне идти-то? Так, я вижу кого, да. С биноклем. Нет, это не мы. Это не мы. Так, тебе идти. Блин. Ты где находишься вообще? Да, там же, возле Crystal Lake. Чуть-чуть. Там видишь Воку чуть ниже вот этого пениса, вот это вот видишь озеро, вот пенис такой. Короче, где-то посередине его налево. Там Локо, что-то там нечитабельно. Ага, вот это туда, да? Да, вот к середине этой надписи. Прямо понял. На середину ее. Пошли. У нас, как обычно, главный ориентир пенис. Всегда. Пенис. Ну, они же так и сделали, наверное, специально. Я, кстати, рядом. Want penis? Это как вы орешки говорит, хотите? Ага. Мы пришли. Окей. Если увидите человека возле елки, который сидит и выпучил глаза, то это я. Что он там делает? То стреляйте на поражение. А ты лучше не спрашивай. Сидит и кряхтит, да? Короче, увидишь мужика с пистолетом и мужика с дробовиком. Лодинг геймдата. А вы прям на надписи или именно возле дороги? Прямо на надписи уже, прямо уже на надписи. Тогда я прям на надписи. Все, меня выкинуло. Отлично. Зашибись. Четко. Я чувствую, мы наснимаем все. Я убил пиццами. Так и как да. Все едой запаслись. Нет. Ведром я ее шикарно. Сожрал случайно. Ведром я думал, нажму на 5, блин. Выберу еду. А он взял сразу с халом. Ой, кажется, халу ты. Че, какой серф? 9. Меня с ним выкинуло. Заходи, пока что работает вроде. Да? Я думал, всех опять. Да не, нормально. Че такое игра? Ты поняла, что слишком опасный парень появился? Опасный парень. А вот теперь меня. Так, я вижу какой-то красный. Да, это оно. У него флешки. Вот это вертолет? А, да. Так вы туда идете? Или вы уже тут? Я тоже вижу красный костер и подхожу. Артур, не отбегай от того места, где я, потому что я не знаю, куда идти. Ну ладно, что, я уже отбежал. Молодец. Ну короче, я возле вертолета. Я вижу, как ты бежишь. Это же ты бежишь? Остановись. Вот точно я тебя вижу. Как старый добрый вид. Это ты бежишь? Where are you? Остановись. I'm right here. Вижу. Артур любит за березами прятаться. Сядет такой. Так, а, меня не видно. Я замер, все. Тут рандомно, да, выдается? Я около хвоста вертолета.
Давай, подхожу к хвосту. Аналогично. Осторожно, там зомби. Там, да. Я поэтому в приседе иду. Я тебе подарю за это пистолет. Именно. Да, у меня дробовик есть. Которым ты хотел меня убить? Что-то я совсем вообще никого не вижу. Но я уже здесь, рядом. Я пока тоже никого, но я тоже. Я подхожу к хвосту, к елочке. Вот, я тебя, кажется, и увижу. Да-да-да. Возле елочки. Это ты ко мне идешь с ракетом. Сейчас я подойду. Я около самого хвоста. Да, я видел. Ну, пистолет, я думаю, точно не мне, у меня есть мало только дробовик. Ну, там внутри один пистолет, и один пистолет у меня в кармане лежит. Артём, а ты где? Все, я сейчас подойду. Уже... А, вон хвост с другой стороны, я иду, значит. Значит, я с другой стороны иду. Сейчас. Господи, мы все умрем тут. Вы волка надо. Ой-ой-ой. А то, блин, он заметил. Он один? Да, да, его Джек Шепард сейчас опять все мозги понараскидывает. Ох, ничего себе, ты там устроил, блин. Тварь. Давайте просто как-нибудь этот... Кто-нибудь хочет... О, из него деньги выпали. Слышь, это точно зомби был? Деньги? Человек просто турист шел там. Грибы собирал. А деньги, чтобы во внутри игрового магазина что-нибудь купить. Так, турист, я тебе кидаю еду. Давай. На пол. Так, я уже подхожу к хвосту. Темнота, не видно ни хрена. Отлично, покушал. А есть еще? Кто-нибудь брать, нет? Давай я возьму что. Где там Артур? Внутри, в кабине. Я за не полезу. Я пойду схожу за ним, и потом у нас будет раздача. А, вон я тебя вижу, наконец-то. Пара-пара-пам. Артур, я за тобой с молотком, если че. Не надо за мной с молотком. Но если че. С другой стороны вертолёт какой-то. Кому-то повезло. Так, он сзади, кто-то еще там. Это я. Сейчас я тебе дам пистолет. Давай. Где ты? Танцуй. Медленно раздевайся под музыку. Get over here. Так, да. Давай. Так, и... 5-7. Excellent. Так, и второй пистолет. Это уже помидорки. Давай. Вот. B-92. А-е-е. Но я так понял, здесь нельзя разряжать оружие, чтобы патроны взять. Ну, не знаю, видимо, нет. Насколько люди говорили. Так, куда пойдем, господа? Так, ну давайте, может, как-то запись начнем. Как-то туда и начнем.